Почти каждый второй ребенок в возрасте от 10 до 18 лет сталкивается с травлей в школе. В первую очередь это психологическое воздействие. Чуть меньше тех, кто жалуется на физические нападки. Но и таких почти треть опрошенных. Тема нового выпуска программы «Разговор по душам» – буллинг. Как распознать, что ваш ребенок стал объектом травли в классе? Узнаем у психолога, кандидата психологических наук, доцента кафедры социальной психологии Самарского университета Аллы Гудзовской. Смотрите во вторник, 10 октября, 18:15 на телеканале «Самара ГИС».